Единая программа развития и поддержки бизнеса, которую поручил разработать глава государства, еще более усилит позитивные изменения и отдачу от казахстанских предприятий. В этом уверены алматинские предприниматели, которые уже не раз смогли воспользоваться мерами господдержки. Благодаря этому внедрены новые технологии, расширен ассортимент, а продукция вышла на экспорт. Алматинский электромеханический завод недавно стал победителем регионального конкурса «Лучший производитель». Мы гордимся, что сегодня нас оценили, наш труд коллектива. И это нам дает стимул для дальнейшего развития. Это все благодаря правительственным программам, которые вот, дорожная карта бизнеса, потом Лондрюс 2020. В Казахстане созданы все условия для ведения бизнеса, для открытия бизнеса, для получения дешевых кредитов, субсидии выдаются, например. Поэтому я призываю особенно молодежь, чтобы активно участвовали в этих государственных программах.